Международный чемпионат «Кейс-Ин» вновь вернулся в Казанский федеральный университет. 20 марта на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось официальное открытие отборочного этапа данного чемпионата. Смотря на то, что со всех трибун говорится о том, что юристы, экономисты на данный момент не так сильно востребованы, мы наблюдаем все равно неиссякаемый конкурс на эти профессии и пытаемся рассказать, что кроме вот этих уважаемых профессий, несомненно, есть еще и другие профессии инженерные, которые, несомненно, нужны людям на текущем этапе. В ходе отборочного этапа в течение дня участниками решались инженерные кейсы, и важная роль здесь отводится экономическому обоснованию предлагаемых решений. Традиционно сделанные участниками выводы будет оценивать жюри, состоящее из представителей научных организаций, а также топливно-энергетических и минерально-сырьевых компаний. Студенты Казанского университета федерального показывают очень хороший уровень, очень высокий уровень, как специалисты, и на рабочих должностях задерживаются очень мало. Поэтому я уже не первый год участвую в КСИН и стараюсь наблюдать очень внимательно за студентами, потом провожу собеседование и привлекаю специалистов для работы в Сургутнефтегазе. Адель Шамилова, Роман Зингаров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.